Привет! Вы Привет. На канале Мистер Макс. Сегодня мы открываем аквариум для рыбки. Мы открываем не простой аквариум, а акваферму. Тут у нас будет жить рыбка, вот она нарисована. Да. Сейчас давай открываем, подготовим все для рыбки. И потом еще нам надо будет в магазин идти за рыбкой. А аквариум у нас будет не простой. У нас в нем будет жить рыбка, а сверху будем выращивать салат. Смотри, растения, видишь? Да, это такая штука у нас будет. Что тут у нас есть? Это подставочки для горшочков, для растений. Инструкция, гравий. Это на дно, чтобы красиво было, мы высыпем. Это субстрат вместо земли будет для растений. Будут расти наши, салат будет расти вот здесь. Антихлор. Это в воду добавлять, если мы будем воду из крана брать. Ага, это у нас моторчик будет, чтобы воду нашу, чтобы воздух попадал достаточно в воду. Это что, для рыбок? Да, это чтобы она дышать могла хорошо, ей будет вот пузырьки всякие там пузырить в воде. Что у нас? Это, похоже, вот акваферма. Все для нее. О, я думал, тут будет пшеница, а тут гречка, пшеница и даже лен. Это что, мы будем выращивать? Да, смотри, вот всякие семена получается. Редиш, редиска. У нас есть такое. Прикинь, редиска. Wheatgrass. Я не знаю, что такое wheatgrass. Короче, какая-то трава. Подошел к рыбке, покушал лыни-горолку. Да, и выбор, смотри. Хочешь гречка, хочешь пшеница, хочешь чечевица, хочешь вот это вообще, это лен, прикинь. Лен? Лен. Называется лен. Такое растение. А это горшочки, в которых оно все будет расти. Окей. Это какая-то фантастика. Рыба и растение. Да, внизу рыбка, вверху огород растет. Давай сейчас все это дело приготовим и пойдем за рыбкой покупать рыбу. Да. Установили насос. Теперь что? А, вот промытые в теплой воде камушки, гравий, надо рассыпать по дну. Можешь приступить? Есть. Это чтобы красивее немножко было у нас в аквариуме. Будут такие вот камушки. Теперь что? Теперь надо налить воды? Да. Вот, отлично. Вот мы набрали воды. Помыли все вот эти вот запчасти. Да. Теперь надо добавить один колпачок дехлоратора. Это сколько колпачок? Это полностью или нет? Да, полностью. Оп. Это чтобы рыбке водичка хорошая была. Пошли быстренько в магазин за рыбкой. Да. Побежали. Давай заходи, где тут рыбки? А ну дальше, может есть. Вот какие-то рыбки. Вот она, вот она. Ой, ну это какая-то большая. Нет, это не то. Белую давай. Белую? Вот эту? Белая красивая. А может лучше вот эту черную, Макс? Смотри, она с красным красивая. А вот с синим. Смотри, какая красивая, видишь? Синяя. Вот, смотри, какая красивая. Как тебе вот это? Ты, да. Берем такую? Да. Красивая, да? Да. Все, у нас будет жить рыбка. Да. Будет жить рыбка. Да. А ну покажи. О, класс. Так ей, получается, и аквариум не нужен. Она может жить в пакете. Она разольется. Как ей тут в пакете? Классно? Удобно? Она такая прикольная. Да, мне тоже понравилось. У нее красный плавник снизу, видишь? Да. Красивая. Те все просто одноцветные, а это с красным плавником. Да. Держи. Ну все, давай домой, запускать ее в нашу акваферму. Вот бы уже наконец-то добрались домой. И мы привезли с собой петушка. Мам, смотри, какой красивый. Он двухцветный. У него там есть розовый плавник. Красный. Четыре цвета. Очень клево. Ну, я думаю, что его можно туда. Бульки, все. Да. Все, петушок, иди в свой дом. Бульк. О, теперь ему там, смотри, как свободно. Ух. Да. Да, тут у него мало места было. А когда ехал в пакетике в машине, наверное, ему вообще там неудобно было. Да. А тут классно. Просторный дом. Следующий этап – сборка кассеты для растений. Мы ее уже помыли.
Она у нас чистенькая. Теперь надо протянуть сюда провод. Будет рыбка-агроном. Рыбка-фермер. Не, Макс-фермер. Макс-фермер? Да, ты у нас будешь фермером. Будешь выращивать растения и рыбу. О, смотри, водичка набирается. Оп. Раз. Видишь, сюда водичка лишняя выходит. И сюда сейчас мы будем высаживать растения. Включаем насос. А ну давай. Уай! Ой, я неправильно сделал, реально. Это оно как-то вот так должно идти, что ли? Наверное. Это будет телевизор для муки. Точно, она будет смотреть и думает, как же ее поймать. А это дверки для корма рыбки. Вот открыл, что там ей дал покушать и обратно закрыл. Чик. Да. Теперь кладем баночки по миску. Ой, это одна чуть-чуть что-то не доехала, лопнула. И эти баночки нужно заполнить будет субстрактом для растений. Субстракт сказали промыть хорошенько. Вот он, купается. Теперь бери и заполняй горшочки субстрактом. Угу. Каждый горшочек надо набрать. А теперь вот я не знаю с растениями. Я думал, что у нас будет только пшеница. А одну пшеницу сеем или все разные? Все разные. Я тоже так думаю, будет интересно. Это что, для растений такой грунт? Да, я смотрю, его немножко намного дали, лишнее убираем. Эта рыбка будет какать, все эти ее дела будут подниматься вверх и будут служить удобрением для наших растений. Да? Это прикол. Да. Растения питаются вот навозом, можно сказать. Так, все, я думаю, это достаточно. И не надо будет поливать. И поливать не надо, да. Вот что прикольно, что вот эти растения, они будут сами расти. Пить все воду из аквариума? Да, твоя задача только кормить рыбку. Все. Ну и потом собирать урожай. Редиску купить. Ну, это если я правильно перевел, вот это Reddish Sprouts. А, это не просто редиска, это проростки редиски, Sprouts. В ресторанах иногда в салатики добавляют такие штучки. Ну что, вперед, садить. Я не знаю сколько, но я думаю, весь пакетик не надо высыпать. Высыпем весь, а потом прорвем. Да, мы все равно зелень кушать будем, да? Да. Или это много? А ну, точно редиска, смотри. О, хорош, достаточно. Так, редиски достаточно. Там дырочки есть. Там дырочки, оно все попало туда, да. Давай дальше. Давай вот этот вот пакетик мне нравится. А что это? Какой-то wheatgrass. Я не знаю, что такое wheatgrass. Это, наверное, то, что на шамурка кушает. Это пшеница. Это есть пшеница в каких-то модных пакетиках, и есть пшеница вот такая обычная. Ну, давай модную засыпаем. Давай. Отлично. У нас осталась гречка, чечевица и вот этот лен. Давай лен. Хорош. Дальше чечевица. Да и даже эти семена падают. Это интересно, конечно, как-то. Чечевица. И осталось еще это гречка. И последняя гречка. Давай. Гречку мы еще ни разу не выращивали. Да и чечевицу, или он тоже. Может, хватит? Это получится гречневая каша там. С рыбкой. Так, все. Гречки будет больше всего у нас. Будем кушать гречневую кашу. Окей. Последнее, что мы не сделали, это мы не покормили рыбку. Да. Я читал в инструкции, ей достаточно 4-6 гранул в день. То есть она вообще мало кушает. 4-6. Это этого ей на целый год, представляешь, корма? Папа. Что? Да. А сколько сегодня? Вот давай штучки 3-4 там. О, даже маленькая дырочка, прикольно для дозатора. А ну. Раз, два, три, 4. Вот открывай крышечку и туда, рыбки, пускай кушает. Упали? Да, там они. Ну все, рыбка, сейчас будешь кушать. Да-да-да, вот кушает. Оп, съела. Видели? А я не видел. Съела, все. Рыба не голодная, растения растут. Теперь ждем
когда надо будет собирать урожай, но не забывать кормить рыбку каждый день. Да. Будем много кормить. Чтобы больше она ходила в туалет? Можно шмурки показать. Точно. Будет смотреть телевизор. Окей. Мурка! Иди смотри телевизор! Мурка, у тебя новый телевизор. А где рыбка, я не пойму. А, вон она под верхом, под самым плавает. Мурка, смотри. Телевизор. Видишь, там есть рыба. Но на нее охотиться нельзя. Киса Мура, вон смотри, кто там живет. Она еще не знает, что у нас новый питомец. Смотри. Кошка, вон. Видишь рыбку? Она еще не сообразила. Она не поймет. Она смеется. Мурка, ты чего смеешься? Пахнет рыбкой, скажем. Мурка. Пахнет рыбкой, а рыбка нету. Где рыбка? А вон она плавает. Вон она. Видишь? Неинтересная телепередача. Это если бы ей положили на тарелку рыбку, вот она посмотрела бы хорошо. На тарелку рыбку? Да, она бы ее раз-раз и все, и нету рыбки. И вся телепередача. А так что на нее смотреть? Ну что, оставляем, пусть растут наши растения. Когда вырастут, продолжим съемку. Да. Покажем уже, что тут у нас, какой лес вырос. Да. Окей. Лес. Лес растений, да. Через пару дней к ним вернемся. Прошло 10 дней. Прошло 10 дней, и пора собирать урожай. У нас, да. Смотри, сколько зелени выросло. Да. И даже внутри аквариума есть зелень. А рыбка где? Рыбка, подплыви сюда ближе, не видно тебя. Вот наша рыбка спокойно себе плавает. И даже внутри растет у нас целый сад. Дело в том, что когда мы сеяли вот, эти все растения, семена просыпались и падали внутрь, в воду. Особенно редиска. Особенно мелкая редиска, да, туда она падала. Редиска, и вот это вот с трюпов сходило, это этот лен, по-моему. И сейчас оно там все растет. Поэтому пришло время собирать урожай. А знаешь, как собирать урожай? Какой можно собирать урожай? Вот эту зелень в салат добавлять. Вот эти газон? Газон, да. Давай, срезай. Хорошо. Еще. Видишь, держится. Дальше. Чик. Вот. Вот это вот можно в салат и кушать. Давай, все, срезаем. И даже редиску? Ну да, мы не будем ждать, пока здесь вырастет редиска. Это зелень редиски будет для салата. Чикай. Отлично, вот пару штук торчат. У нас же есть в саду редиска? Да, на огороде у нас будет расти та редиска, а для зелени будет здесь. Вот еще пару штук держится у меня. Чик. Вот, видишь, это наш первый с тобой урожай. Реально можно вот добавлять в салат и кушать. Давай еще лен срежем, он самый густой, там много надо чикать. Давай чик, почему еще. Почему у нас нету лена? Вот он, смотри, лена видишь, как... можно со стволом, он уже вырос. Вырос, да, и вот его можно кушать, в салатики добавлять и кушать. Вот у нас, смотри, сколько. Даже просто кушать можно. Да, вот на целую тарелку салата у нас уже есть, урожай. Ну там внутри, наверное, сейчас мы уберем у рыбки, да? Да. Чтобы у нее было чистенько. И можно сеять новые растения. Да, и новый урожай. А в этом что? Это гречка, тоже можно порезать, давай. Готово? Угу. Урожай собрали. О, смотри, какие корни. Смотри. Целые джунгли тут. Реально, вот прорастали такие глубокие корни. Это обалдеть просто. Все, урожай собрали. Сейчас мы уберем рыбки немножко тут в аквариуме. Поменяем водичку и покормим. Рыбки воду поменяли. Можно садить новые растения. Да, мы ей сделали уборку. Теперь у нее прозрачный чистый бассейн, аквариум. Ой, а где это набралось? Смотрю, какое-то мутное что-то. Откуда это набралось? Это, наверное, в насосе было немножко грязи. Ай-яй-яй-яй. Сейчас, наверное, придется воду опять менять. Видишь, плавает? Да. Видимо, насос был грязный, а его надо было тоже промыть. А здесь мы посадим наше новое растение, и будет наш расти новый салат. Да. Ставь лайк и подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока.